Добрый день. Сегодня мы тоже убираемся. Рома прибирается тут около дома. Вон все в кучу. Туда, в кучу, туда. Так удобнее, да? Будет. Только стекла очень много здесь. Да. Коляску используют для чего? Для как тележка. Да. Второй рабочий день воскресенья. Но мы здесь сегодня недолго. Сейчас я там докрашу. Я кое-что крашу. Сейчас покажу. Сейчас сначала покажу и сама посмотрю, как Рома убрался впереди. Я еще даже сама не смотрела. Он мне говорит, иди, зайди. А я еще и не смотрела. Сейчас посмотрю. Ну да, я как-то немножко в восторге, не ожидала. Здорово. Все чистенько около дома. Все прибрано. Красота. Да еще и яму вон там докопал. Оказывается, вчера копал, но маленькая была. Здорово. Чистенько очень теперь стало. Очень чисто. Молодец. Птички поют. Слушай, это вообще, я считаю, что шикарно. Сколько в тебе сил, столько много. А? Сил много столько. Угу. У тебя. Завидно. Завидно. Здесь вон сколько стекла еще валяется. Ладно, это потом. Я сейчас докрашу свои деревья и все. И пойдем. Спорим, я быстрее тебя убью. Ну, конечно. Ладно. Мои 15 минут еще не вышли. Нет. Нет, еще не начинались. Хитро еще подкалываешь меня. Можно. Вот, я покрасила одну яблоню и вторую. На ней мох. Сейчас поближе покажу. Вот. И решили использовать вот такую вот краску и побелить. Как-то формировать, потому что это очень старые деревья, но на них очень вкусные яблоки. Вот на деревьях такой мох. На яблонях. Видимо, наверное, из-за того, что она старая. Но я говорю, смысла нет, пока ее сейчас все обрабатывать. Это сколько нужно обработки. Сначала ее нужно, наверное, подремонтировать. Все? Баю-баю. Я стою около клетки, где у меня была крольчиха Мэрика. И даже здесь вон пух остался от нее, когда мы ее в другую клетку перед зимой провожали, пересаживали. Так вспоминаешь все? Так, и вот еще что я покрасила вот на заднем фоне. Это кустарники. И малину немножко там не докрасила. Там смородина, там еще одна смородина. Правильно или неправильно я их покрасила. Но, по крайней мере, я хочу их защитить. И вот у меня тоже немножечко малина покрашена. Кустики. Я еще не докрасила. Сейчас чуть-чуть еще осталось. Раз, два, три, четыре, пять. Еще шесть. Осталось кустиков малины. И на сегодня все. Вот такую вот я краску выбрала. Мне показалось, что она самая такая вот наилучшая. И тут вот от вредителей. Че, красишь? Да, еще чуть-чуть осталось. Еще вот это, вот это и вот это. Три кустика. Ага. Еще три штуки. А мне еще вот это вот. Ну и сзади столько же. Как-то так. Немножечко вам засниму, как я крашу.
просто вот так вот густики обмазываю, стволы. Вот и все. Вот и готово. Вот, несложно. Правда, у меня уже все чистое. Красота, правда? Зато, можно сказать, рабочая форма. Ну, работать, не замарать свои руки, это не работать, значит.